здесь, в Париже, на Rue de Plante, была последняя квартира одного из моих любимых русских поэтов, Константина Бальмонта. Его называли Паганини русской поэзии. Он написал десятки книг поэзии, прозы и переводов. А после Октябрьской революции он эмигрировал из России. Прошла слава, жил Бальмонт в бедности, алкоголь убивал его. Другой великий символист, Александр Блок, говорил о нем: когда слушаешь Бальмонта, всегда слушаешь весну. Поэтому даже здесь, у последней квартиры поэта, где он умер в 1942 году, забытый, бедный, я хочу вспомнить стихи его молодости, золотого века этого великого поэта. Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце и синий кругозор. Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце и выси гор. Я в этот мир пришел, чтоб видеть море и пышный цвет долин. Я заключил миры в едином взоре, я властелин. Я победил холодное забвенье, создав мечту мою. Я каждый миг исполнен откровенья, всегда пою. Мою мечту страдания пробудили, но я любим за то. Кто равен мне в моей певучей силе? Никто, никто. Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце. А если день погас, я буду петь о солнце в предсмертный час.